только сейчас в Ленинском районном суде судья огласил решение, и после рассмотрения материала следователя с просьбой о применении в отношении Пригорова Андрея Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья внимательно изучил материал, выслушал стороны процесса и принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и неприменении меры пресечения в отношении Пригорова Андрея Викторовича. Таким образом, следствию отказано в аресте Пригорова. Пригоров в настоящее время, у него нет никакой меры пресечения, поэтому в настоящее время он отпущен на свободу. В настоящее время освобожден из-под конвоя, и у нас нет мер пресечения. В то же время сегодня в 4 часа, буквально вот сейчас через 2 часа, будет Волжским районным судом рассматриваться ходатайство защиты и обвиняемого о незаконности возбуждения уголовного дела в отношении него. Защита в целом удовлетворена решением Ленинского районного суда, потому что Андрей Викторович остался на свободе. Это решение мы обжаловать не будем. Позиция защиты была полностью удовлетворена. А мотивация суда была отсутствие доказательств опять? Денис Александрович, может сказать. Нет, мотивация была суда обоснованные сомнения в наличии подозрений. Ну и иные обстоятельства, которые, так скажем, мы уже увидим после вручения нам самого документа.